Офигеть, ребят, тут МП видно. Это первый раз, когда я вижу двигатель лифта в реальной жизни. Надеюсь, ребят, вам понравилось качество видео, потому что камеру я не особо сильно так протирал. Удачно я зашел, скажу я вам. Надо бы еще один подъезд чекнуть, как минимум один. Может, там что-то не модернизированное есть.